каждый год в конце июня вся страна отмечает главный спортивный праздник лета – Всероссийский Олимпийский день. В этом году мероприятие посвящено сразу двум знаменательным датам – 70-летию со дня Великой Победы и 35-летию Московской Олимпиады. В Омской области главным местом проведения спортивного праздника стал детский оздоровительный лагерь «Березка», который гостеприимно разместил у себя более 300 школьников. Именно юные спортсмены были главными героями этого дня. Поздравить ребят на торжественное открытие праздника приехали почетные гости, известные спортсмены, мастера спорта и олимпийские чемпионы. Молодежь, наверное, для себя уже приняла такое решение, кто хочет заниматься спортом, кто хочет заниматься искусством, музыкой и так далее. А вот вложить в ума детям, что идея олимпизма – это очень хорошая идея, что она полезная, что это повод для того, чтобы воспитать себя, развить свои способности и так далее, и так далее. Это нам очень привлекательно и интересно. Дети поделились на 12 команд и в течение дня посещали спортивные станции. Преодолевали различные препятствия, участвовали в мастер-классах. Так ребята познакомились с нормативами ГТО и узнали, что необходимо для того, чтобы получить значок отличия. Тренировались забрасывать баскетбольный мяч в кольцо, соревновались в силе и выносливости. Большое впечатление на ребят произвела встреча с известными на весь мир омскими чемпионами. Юные спортсмены выстроились длинной линейкой, чтобы взять автограф на память и лично пообщаться с кумирами. У меня было большое желание познакомиться с олимпийскими чемпионами. Теперь мне это удалось. Спасибо «Березке», спасибо всему, спасибо директорам. Спасибо спортсменам за то, что приехали. Я не знала, что Ксения Дудкина из Омска, и вот все эти спортсмены, я не знала, что из Омска вообще. Я думала, там из Москвы откуда-то, из других городов. Сама ты занимаешься каким-нибудь спортом? Да, я занимаюсь спортивной аэробикой второй год. 2 ноября будет 2 года, как занимаюсь. Вот, ну, есть уже какие-то достижения. Не сильно большие, но есть. Как признались профессиональные спортсмены, говорить пришлось на разные темы. Вопросов было масса. Был отряд, там практически все вообще спортсмены, начинающие. Вот. Вопросы задают различного класса. Ну, допустим, почему вы начали заниматься именно этим видом спорта? Был даже такой вопрос уже интересный. А много ли вам пришлось потерять, чтобы начать заниматься спортом? Как бы дети умненькие, молодцы. Спрашиваешь, кто занимается спортом, поднимают руки очень много детей. То есть получается, что родители, я так понимаю, правильно настроены и понимают, что сегодня физическая культура и спорт – это залог здорового образа жизни. Когда участники выполнили все задания, команды собрались на торжественной церемонии, где лучшие получили свои подарки. Но не победа главная, непередаваемые эмоции и восторженные детские лица – вот оно, настоящее украшение этого дня. Всероссийский спортивный праздник в очередной раз сплотил всех, кто любит спорт и разделяет дух олимпизма.